Управляющая компания «Самолет-сервис» к зиме готова. Состояние техники и личного состава проверено в ходе смотра. Предприятие проинспектировал глава округа Владимир Волков. Управляющая компания «Самолет-сервис» обслуживает одноименный жилой комплекс, расположенный в микрорайоне Зенина. На балансе 60 многоквартирных домов. Общая площадь 859 тысяч квадратных метров. У нас порядка 80 сотрудников задействовано на уборку в зимний период. Также задействована механизированная техника, снегоуборочные машины, погрузчики, мини-погрузчики, роторные снегоуборочные машины в количестве 12 штук. В летний период вся техника прошла плановое техническое обслуживание. Закупили два трактора МТЗ-320. Рафаэль Мелконян – тракторист. Летом выполняет работы по благоустройству, озеленению. Зимой главная задача – уборка снега. В своей технике уверен. Подготовки не требуется, она свежая, новая, и не первый год работаем. Бюджет компании на предстоящую зиму увеличен, поэтому дополнительно набрали 20 сотрудников. Новичков полностью обмундировали, закупили зимнюю форму одежды и светоотражающие жилеты. Но самое главное нам проверять силы и средства перед зимним периодом, для того, чтобы своими глазами, пообщавшись с коллективом, понять, что с техникой, что с настроем людей, что с реагентами, какое количество пескосоляной смеси заготовленной. У нас есть территория застройщика. Застройщик еще продолжает строительство домов в данном ЖК. На этой территории мы складируем порядка 230 тонн пескосоляной смеси, 50 тонн реагента. Владимир Волков осмотрел технику, пообщался с коллективом и выразил уверенность, что зимний период компания пройдет достойно. Также он порекомендовал коммунальщикам своевременно реагировать на просьбы и вопросы жителей. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.